написаны в ряд числа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Разрешено ставить плюс, минус, умножить. Требуется получить число 533, если объединять цифры в числа нельзя. То есть вы имеете право ставить знаки, не имеете права ставить скобки, и нужно, чтобы получился правильный арифметический пример. Квадрат размером 100 на 100 разрезали на 2500 фигурок, каждая из которых это или квадрат, или, ну, может быть, повернутая, может быть, еще как-нибудь. В общем, вот какие еще варианты. Четырехклеточные, я не буду сейчас соображать, все я нарисовал или нет. Еще бывают четырехклеточные клетки? Два и два сантиметра. Бывает вот так еще, правда? Да. Так, что еще бывает? А, да, еще бывает без полоски. В общем, ребят, вот на такие штуки, да? Известно, что разрезов, где каждый разрез длиной в одну стороны клетки, было сделано в точности 10 тысяч штук. Вопрос. Сколько квадратиков, повторяю, взяли квадрат размером 100 на 100 и разрезали его на 2500 четырехклеточных фигур. При этом разрезы, если каждый раз резать только вдоль одной стороны, одной клетки, разрезов было 10 тысяч штук. Требуется понять, сколько при этом получилось квадратиков размером 2 на 2. Но не в смысле, что придумать систему разрезов, а понять вот при любой системе разрезов, когда 10 тысяч всего таких вот маленьких разрезиков, понять, сколько обязательно будет квадратов 2 на 2. Напоминаю условия первой задачи. В ряд написано 1, 2, 3, 4, 10. Разрешено ставить знаки плюс, минус и умножить. Требуется получить число 533.